Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о наших неудачах. По каким причинам мы притягиваем эти к себе неудачи, эти проблемы? Что же это за причины и как мы можем сделать так в своей жизни, чтобы в нашей жизни были только удачи, чтобы была только радость в жизни и благополучие? Что же нужно сделать и как это делать далее в этом видео. Друзья, обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Дело в том, что в этом видео будет очень много полезной, важной и нужной информации для тех людей, которые открыли свои глаза и понимают и знают, что они хотят знать больше, чем они знают. Также обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии, изобилия, достатка и благополучия. Давайте вместе с вами будем развиваться и двигаться только дальше и только вверх. Часто, наверное, бывает такое, и многие замечали, что в определенный какой-то момент на нас начинают наваливаться всевозможные проблемы, неприятности, неудачи, и все начинает идти не так, как мы бы хотели. И это меняет нашу жизнь. И при этом, как правило, не в лучшую сторону, а наоборот, в противоположную, в худшую. И мы любим называть эту полосу в нашей жизни именно черной, что наступает черная полоса. Но часто все, что с нами происходит, вы должны понимать, и есть следствие нашей сегодняшней жизни. Ведь если мы неправильно живем или делаем неправильные какие-то действия, все это притягивает к нам те или иные события, моменты в нашей жизни, притягивает негатив. И мы с вами уже в этот момент ничего не можем изменить и продолжаем жить в этом режиме, и с каждым днем все только больше и больше притягиваем этот негатив, при этом заполняем ним все вокруг себя. И со временем это все начинает обретать, к сожалению, разрушительную силу и меняя все в нашей жизни не в лучшую сторону. Поэтому, если вы не хотите продолжать вредить себе, вам нужно пересмотреть именно эти моменты и действия. И тогда вы увидите, какие положительные моменты начнут происходить с вами и как ваша жизнь может улучшиться. Во-первых, вам нужно избавиться от негативного мышления, потому что таким образом вы сами перекрываете поступление положительных, созидательных энергий в вашу жизнь. И, соответственно, это все стоит на одном месте, и не происходит в вашей жизни ничего хорошего. Поэтому, если вы говорите: «Я ничего не добьюсь, я ничего не умею, у меня ничего нет». И, наверное, многие люди, которые смотрят наш канал, говорят об этом. Возможно, они до этого момента не осознавали просто этим. И этими словами вы не только притягиваете к себе сильный негатив, но вы еще и даете себе установку на тонком энергетическом уровне. Ведь если мы даем такой посыл, то мы его и получаем обратно. Поэтому начинайте менять свое мышление. Это очень важный шаг, который должен привести вас в нужном для вас направлении. Нужно определиться, чего вы хотите добиться и что вам для этого нужно. Так вы не будете тратить свои силы по пустякам, распыляя их в разном направлении. А начните двигаться постепенно к своей цели, не сходя с пути. И только начав, вы будете притягивать к себе светлые энергетики, и очень быстро начнут появляться в вашей жизни первые результаты. Далее, что нужно сделать, это пересмотреть свое окружение. Если вокруг вас есть люди, которые пытаются вами манипулировать или которые постоянно вам врут, давят на жалость, и такое окружение будет не только притягивать к вам негативные потоки, но и подпитываться же и вашим энергетическим полем, и тем самым разрушая его с каждым днем.
А если оно у вас слабое, вы, значит, подвластны любым влияниям извне, а также разного рода неприятностям, которые будут постоянно находиться на вашем пути. Разберитесь, кто в вашем окружении. Есть токсичные люди, убирайте их. Да, если это люди на работе, сейчас многие напишут, а если это ваши родители, если это ваши близкие люди, научитесь работать с ними по-другому. Не разрешайте им лезть к вам на голову, потому что таким образом они постоянно качают с вас энергию. Вы опустошены, а они живут себе в радости и в своем удовольствии. Бывает и так, что они об этом даже и не знают. Поэтому начните анализировать и пытаться понять, почему так происходит в вашей жизни. Убирайте энергетических вампиров, они вам точно не нужны в жизни. Далее перестаньте бояться. Если вы что-то хотите изменить, обязательно меняйте. Ведь если вы будете только мечтать о каких-то переменах, знаете, у вас ничего не получится. Нужно начать действовать. Да, вот именно действовать. Не нравится работа? Меняйте. Перестал нравиться вам какой-то свитер? Замените, стараясь делать то, что вам только нравится. И тем самым вы будете притягивать новые изменения и получать разные возможности. А занимаясь, к сожалению, нелюбимым делом или тем, что не доставляет вам удовольствия, вы только сами энергетически себя обессилите. Также радуйте себя, балуйте себя, даже если вы сегодня не имеете какого-то огромного бюджета. Но обязательно порадуйте. Возьмите сами себя, пригласите на чашечку кофе с какой-то шоколадкой. Сами себя пригласите в кафешку и посидите. И в этот момент помечтайте. В этот момент вы можете подключиться к высшим энергиям, к светлым энергиям, которые вам помогут. Обращаем на это ваше внимание. Далее наш дом. Наш дом, квартира, наше в общем жилье – это наша с вами крепость. Место, где вы защищены от того, что находится вне, и для того, чтобы иметь возможность набираться в нем сил, восстанавливаться. Нужно содержать такой дом в чистоте. Если у вас вещи не на своих местах, а уборку вы проводите нечасто, при этом вы сейчас можете сказать, что вы очень много работаете для того, чтобы свести концы с концами, знаете, вы так всю жизнь проживете. Вы как-то белка будете в колесе, постоянно бегом, 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 давай, давай, давай. Так не должно быть. У вас должен быть везде порядок, не только на работе, но и также дома. Научитесь сразу. Пришли домой, сделали одно, второе, третье, поубирали, помыли. Научитесь изо дня в день выполнять определенные какие-то шаги, не оставлять их на потом. И срочно меняйте это, ведь это также притягивает негатив. Ваш дом должен быть пропитан любовью. В нем должен ощущаться уют, быть гармония во всем. И это очень-очень важно. Чистый дом, он будет привлекать потоки положительных энергий, а вот грязный, к сожалению, потоки негативных энергий. Если вам присуще чувство зависти, ну вот признайте себе, есть люди, которые не хотят, но все равно вот где-то краем своих глаз все равно позавидовали. Всячески старайтесь избавиться от этого. Это не только плохое чувство, но оно несет в себе разрушительную энергетику не только тому человеку, которому вы позавидовали, но и также для вас лично. Вы тогда не сможете чего-то нового добиться, но и потеряете то, что у вас есть. Если вы испытали чувство зависти, сразу скажите такие слова: «Зависть от себя гоню, за этот помысел прощения прошу». И как только вы начнете жизнь без зависти, вы увидите, что вам больше не будет интересно, как у других людей. Вы будете стараться добиваться только того, что нужно вам, и у вас все будет получаться. Возможно, не с первого раза, но это все возможно. Также постарайтесь отпустить все обиды. Не тяните их за собой. Это очень тяжелый груз. Особенно очень многие сегодня обижены на своих родителей, потому что родители не дали им то образование, родители не смогли дать еще чего-то там, они их били, обижали и так далее, и так далее. Простите, родители. Какие они не были, но на тот момент жизни они так жили. Это их был уклад жизни. И вы не можете это изменить. При этом вы постоянно возвращаетесь почему-то в прошлое. И это мешает вам двигаться дальше, постоянно возвращая вас просто на прежнее место.
Поэтому выйдите на улицу, поднимите руки к солнышку и скажите такие слова: «Все обиды отпущу, больше с собой их не ношу. Прочь уходите и мне не вредите. Всех прощаю и позади оставляю». И 3 раза глубоко вдохните. Вы ощутите, что вам будет с этого момента легко и спокойно, и вы начнете двигаться дальше. Далее займитесь своим здоровьем, пересмотрите свои плохие привычки, постарайтесь избавиться от них. Найдите увлечения и больше гуляйте на свежем воздухе, вне зависимости, это сейчас зима или лето в вашем регионе. Так вы будете подпитываться положительными энергиями, не оставляя места для негатива возле себя. Вы станете веселее, начнете себя лучше чувствовать, и вам не захочется больше жить прежней жизнью. Конечно, перестаньте лениться. Это причина очень опасная, так как благодаря лени вы ничего не будете пытаться изменить, постоянно находя какие-то новые оправдания и причины, а со временем и сами начнете верить в то, что все делаете правильно, но этим вы только загоняете сами себя в тупик. Если что-то из вышеперечисленного присуще вам, измените это, и в вашу жизнь сразу войдет новая энергия. Вы сразу начнете чувствовать, что ваша жизнь меняется. И вы начнете понимать и чувствовать, как нужно жить в этой жизни, чтобы мечтать и в то же время воплощать в свою жизнь. Помните о том, что жизнь любит быстрых, находчивых, активных и умеющих рискнуть людей. Попробуйте. Начните прямо сегодня, начните прямо сейчас. Не оставляйте на через неделю, на потом и так далее. Пробуйте. И в вашей жизни появятся и люди, и события, и телефонные звонки, которые могут также изменить вашу жизнь.